Всем привет! Я думаю, все вы уже знакомы с Евгением. Всем привет! Евгений является постоянным членом нашей команды. Он мастер на все руки, художник, дизайнер, скульптор. Ну, не будем захваливать человека. Расскажем вам о проекте, который требовал быстроты, экономичности и не требовал специальной детализации в рисунке. Женя, расскажи, что это был за заказ? К нам в студию принесли чемодан, и задача стояла такая, чтобы покрасить его в один цвет и нанести небольшой рисунок. Первое, что нужно сделать? Скажи, что вы поделали? Первое, это надо замаскировать все те части, которые не будут участвовать в покраске. И шкурится все это специальными абразивными материалами, где-то машинкой, где-то, где не получается машинка подлазить, то делаем такое, да. А следующий этап какой был? Далее мы грунтуем и... Точно так же подготавливаешь? Да, все та же операция, все те же самые. Грунт нам позволяет как бы добиться более ровной поверхности. Ну и сцепление с краской лучше будет, да? Да, ну перед этим, конечно, надо ее также подготовить. И в дальнейшем самого... покрашенные. А краской ты работал? Краска была алкидная. Плюс ее в том, что она не требует в дальнейшем покрытия лаком. Расскажи, какой дизайн был, какой смысл был, да? Что вообще, какая мысль была именно в дизайне этого чемодана? Что хотел заказчик? Ну, заказчик, идея вообще такая, что как бы он хотел отдаст этот чемодан своему внуку. Внуку зовут Рома. И как бы Рома, Рим, такая ассоциация. Было принято решение, что как бы нарисовать кусочек Италии. И так как ребенок любит машинки, и добавить еще такую милую машинку. Да. Ну, здесь как бы спасибо тебе, ты помогал нам, потому что завалено все, работой было. Да, и пришлось выручила. Куда же вы без меня-то? Да. Ну, вообще, тебе понравилось с алкидом работать? Какие нюансы были? Ну, нюансы в том, что он просто... запах у него есть. В маске надо работать. Да, потому что как раз не на водной основе. Как бы. Летучая, нежелательно, без маски. Да. Ну, и как бы так все то же самое. Ну... Интересный получился проект, чемодан у нас получился замечательно, заказчик доволен, мы будем ждать от Жени новых каких-то проектов интересных. Всем пока! А я напоминаю вам, если вы хотите научиться рисовать аэрографом, записывайтесь в нашу онлайн-арт-академию. До встречи на занятиях!